Из года в год растут стада в совхозе «Коммунар» Владимирской области. Стремясь увеличить продуктивность молочного скота, в передовом хозяйстве создали прочную кормовую базу, применяют новые прогрессивные методы содержания животных. Еще недавно это был обычный телятник. Сейчас он переоборудован. Построены самокормушки для сена и силоса, автопоилки. Правда, при беспривязном содержании повышается расход подстилки. Но зато, где помещалось 36 телят, теперь размещаются 64 коровы. При новом методе сократились заболевания животных, почти вдвое уменьшились затраты труда. Основная забота доярки Яни Цибраевой – все подготовить в доильном зале, куда коровы приходят сами. После необходимых процедур можно приступать и к электродойке. Внедрение беспривязного содержания скота позволило почти в три раза увеличить производительность труда животноводов, значительно повысить надой молока, на 30% снизить его себестоимость. Так конкретными делами отвечают работники совхоза «Коммунар» на решение 21-го съезда партии.